Всем привет! У нас сегодня с вами распаковка трех посылочек, точнее не посылочек, а пакетов мистери боксов, которые я вам уже рассказывала. У нас продаются в магазине с одеждой, и они туда складывают аксессуары, которые уже старой коллекции, но они, если честно, вообще, я не могу сказать, что они не в тренде. Ну как может быть резинка какая-то не в тренде? Так, что здесь у нас в наших пакетах? Давайте посмотрим. Я напоминаю, что здесь по 5 товаров в каждом, и стоит это $3, это даже вот здесь указано на самом пакете, 2,99. Так, тут что-то тарахтит уже. А давайте в этот раз будем доставать по одному предмету, вот так не глядя на все. Ой, все, это... Я не могу поверить своему счастью. Какая красота, мне очень нравятся, ой, мне очень нравятся вот эти сережки, вот эти милые бабочки, розочки тоже, и мне скоро приедут розовые босоножки, вот эти я не уверена, вот эти розочки тоже интересные, листочки, конечно, всегда тоже классика, красиво на ушке вот так смотрятся, крупные камни, ой, это попадание прям в цель, 7,90 стоили вот эти... Набор сережек. И здесь у нас, ого-го, сколько позиций. Так, следующее достаем. Что-то крупненькое. Так. Это терка. Терка. Кстати, по-моему, на работе я никак не могла найти терку. Сейчас понюхаем ее, пахнет она или нет. На работе я никак не могла найти терку. Я вечно карандашом что-то пишу. Не могу найти. Так. Нет, она, к сожалению, не пахнет. Ну, всегда пригодится терочка. Что ж, 3,90. Наверное, я бы ее не купила сейчас. Может быть, нашла где-то в долларами за $1,5, но все равно приятно. О, какой красивый цвет! Вау! Мне все нравится. Я не наигрываю, ну, честно, мне все нравится. Очень красивый крабик. У меня теперь их миллион будет. Так. Ага, я два товара сразу вытащила. А здесь у нас резинки. А, носочки. Такие милые с подсолнухом. Так, резинки. Классные. В принципе, можно и кому-то подарить. 4,90. Резинки всегда можно и подарить кому-то. Так что у меня уже их достаточно много, но не знаю, почему нет. У меня длинные волосы, поэтому... пригодится. Блин, крабик, это любовь, просто этот цвет. Давайте скорее открывать следующий пакетик. У нас сегодня их три. То есть это будет... Ой, я чуть-чуть увидела. Это будет у нас 15 товаров. Ой, какая милота. Ой, какая милота. 9,90. Детские колечки, супер милые. Иногда бывает настроение, что-то типа такого. Если бы было сердечко, то я бы такое что-то, наверное, себе забрала. Ну, подарю кому-нибудь, у кого есть дети, либо отдам в донейшн. Тоже приятное дело такое. Так, следующее, что у нас здесь. Ага, это очень тоже удобная вещь. Это резинка на голову. Использовать ее можно вместо обруча. 4,90 тоже. Мне идет такой цвет. Типа малиновый такой, между розовым и малиновым такой. Так что это тоже товар по месту, по предназначению будет использоваться. О, какой крабик прикольный, смайлик. В принципе, можно подарить его, наверное, с вот этими колечками. Они по цвету подходят тут даже. Классный. Или оставлю себе, не знаю. Но он очень милый, детский, наверное, более поэтому... Так, что же здесь? О, еще одна терка. Нет? Нет. А, это держатель для телефона. 6,90. Это такое крепление сзади на телефон, чтобы можно было вот так его держать. Не думаю, что ни я, ни расцветка. Вот этот принт мне понадобится. Может, спрошу кого-нибудь. Может, кто-то захочет из моих друзей забрать. Оу, и носочки в стиле инь-янь. Тоже можно будет отдать тому, кто как бы... что-то имеет какое-то отношение к этой культуре, да либо просто так их вот свернуть, прикольные серые,
Вот так просто их свернуть и дома носить. И последний пакетик сегодня в распаковке. Или, может быть, не последний. Может, я сейчас еще один открою. А, так. Такого же цвета, как первый. Напоминаю, каждый пакет мы покупаем по 3 доллара. Так, не заглядывая внутрь. Достаем. Вау! Это, кажется, носочки. Ух ты! Пис-класс! Это носочки махровые с символом мира. И они очень приятные на ощупь. Вообще обалденные. Так, 6,90. И у меня ноги холодные всегда. Я мерзлячка по ногам. И я и летом босиком дома не хожу. Я ношу типа таких носочков. Так что это как раз по адресу. Вау! Какая маска для сна. Красота, красота. Здесь более приятная. До этого мне попадалась как бы такая вся... Как это назвать? Из другого материала. В общем, внутри была другая ткань, немного грубее. Но это, мне кажется, будет намного приятнее и удобнее к лицу, глазам. 5,90. Так, резиночки. Красивые тоже, мне нравится. Сколько они стоили? 4,90. Так, ага, какой-то опять боксик. Вау, колечки. Только они как из резинки сделаны. Не из пластилина, ну, резинки, из терки. О, ну, в принципе, 9,90. В принципе, я могу это отправить своей маме. Как бы это классика. И что же, почему нет? Давайте я вам покажу еще одну открытую посылку, одну открытую упаковку, которую я открывала на днях без видео. Но я думаю, вам интересно, что еще там может быть внутри. Мне попались вот такие носочки с клубничкой. Так, это мой блеск. Попалась вот такая маска для сна. А, может, я не снимала это. Я вас обманула. Я раньше сказала, что я снимала видео. Нет, я же не снимала видео. Вот, она мне здесь попалась. Она тоже мягенькая, но мне кажется, что та намного будет приятнее к лицу. Вот такие классные резинки, обожаю. И вот такие милые сережечки. Точно я их буду носить. Вот такие два крабика. Может, с теми колечками будут хорошо сочетаться. Вот, поэтому давайте посчитаем прибыль у нас как бы... окупаемость этого всего за 4 посылки, за 4 товара. Посмотрите, сколько крутых приобретений у меня в этой распаковке, в этом видео попалось. Что-то даже хорошенькое попалось на подарки. Что-то я отправлю родителям. Я очень довольна, что-то я уже буду носить скоро. Не терпится мне завершить эту съемку и померить все сережки, которые мне здесь попали. Сейчас вы видите на экране выгоду, которая у нас получилась с этими товарами, купив их по 3 доллара в таких акционных пакетах. Надеюсь, вам такая тема интересна. Это новый немножко формат у нас. Мне, честно, очень интересно. Поэтому буду еще как минимум снимать несколько таких видео и смотреть на вашу реакцию. И хотя бы, я надеюсь, нескольким людям это будет так же интересно, как мне. Всем спасибо за просмотр, всем пока!